важным делам. Поэтому тогда я поживу один. Может быть, что-нибудь интересненького найду. Чем заняться? Дай проеду соседу нового. Подожди, это новый сосед? Надеюсь, ко мне не придет. Не, ну если придет, то будет где-то отлично. Это про запасной вход. Может, телек посмотреть? Да, хотя почему бы и нет? Да не, неохота что-то телек смотреть. Еще просто плохое настроение. Я так и знал, что он ко мне придет домой. Вот, сосед, привет. 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 Как живется в этом районе? О, мне живется нормально, мои друзья пока что разъехались. Понятно. Ты не против, если я войду? Да не, не против, можешь заходить. Как у тебя дела? Да, пока что с делами все нормально. Давай тогда я тебе проведу экскурсию в моем доме. Давай. Давай, короче, ну здесь просто я играю на гитаре, здесь. Если хочу мне играть. Если чем-то позаняться можно, я могу сюда зайти. Так. Ну, в принципе, здесь ванная. Правда, ей почему-то свет не горит, но я не должен сейчас ее включать. Потому что мне сейчас там делать нечего. Так. Ну, это, как видишь, основная комната. Здесь я бываю тут. Это запасной выход. А это спальня. Маленькая. Да, ну маленькая. Ну, неплохая такая уж спальня. Это компьютер. Ну, на компьютере я там работаю, но играю редко. Понятно. Чем собираешься заниматься? Я даже не знаю, чем я сейчас собираюсь заниматься, потому что на дворе ночь. Как видишь. Уже луна взошла, только дождь кончился. Ладно, ты можешь, в принципе, идти. Как видишь, на дворе ночь. Одна. Ну ладно, давай. Увидимся завтра. Пойду пока что спать. Так. Надеюсь, следующий день будет нормальным. Да еще-то спать, блин, не хочется мне, поэтому пойду-ка я к своему соседу, может, у него дом какой-то хороший там, или не очень. Так, сосед, открывай. Ну, просто мне, знаешь, мне просто что-то спать не очень хочется. Может, может, ты мне проведешь экскурсию по твоему дому? Да, он, в принципе, небольшой, но давай. Ну, как мой, в принципе. Ну, ладно, давай. Тут, как видишь, я кое-что приготовил. Ну, это, в принципе, твоя одна, комната основная. Вообще, это что такое? Потом об этом поговорим. Ладно, влюбился в мемы. Это спальня, вижу, у тебя неплохая такая же спальня. А тут шкафчик, ну это тень. Да, это мне очень интересно. А вот это что за комната? А, так, телевизор. А, да, тут ванная. Честно, так-то и нет. Ну, тут телевизор. Ну, все, в принципе, понятно. Может, покушаем? Почему бы и нет? Просто я очень сильно кушать хочу, может, поэтому я спать не хочу. Я пока включу телевизор. Да не, не надо. Вот сделай потише его немножко, а то очень громкий тоже. Окей, все убавим. А, вот так нормально. Ладно, ему оставлю. Ну ладно, давай, я тогда пойду. Кстати, подожди, мне не кажется, или я слышал, тут какой-то новый сосед появился. Может, к нему сходим? Давай. Что, в принципе, все, погнали. Поехали. А как марка твоей машины? Да, это... Ну, это самая ранняя Бэха, короче. Понятно. Маленькая. Так, да, давай. Марка. Конечно, она 7-го года. Первое место. Нужно это потом на видео записать. Так. Слава богу, у меня соседей тут интересно, нету. Интересно, а кто же интересно наш сосед? Может, ютубер какой-то? Мнению, он живет на этой стороне. Да. Думаешь? Ну, я так думаю. Ладно, нужно застримить. Всем привет, я сейчас буду играть в Fortnite. Подожди, мне пришло уведомление, что от какого-то стримера стрим по Fortnite. Да. Мне кажется, это мне уведомление от Мурча пришло, точно. Так вот. Ура, топ-1.
Так, ладно, перезапускаю еще карту. Слишком маленький дом, ладно. О, этот же дом, как у тебя. Стоп, да. Может, ты... Да. Где он? Давай-ка я еще раз его поищу. Может, я его проехал? А, блин, умер. Так. Может, это вот этот? Может, это да, блин. Нет, не тот. Тут вообще другое имя. А, подожди, а вот этот? Да, вот он, вот он. Давай, только так. Дай. Давай только пойти. Давай только не будем такое же пробираться. Давай просто постучимся. Сейчас, погодите. Сейчас, подписчики, погодите. А кто там? Привет. О, привет. Мы твои новые соседи. А, хорошо. Ну, можешь к тебе зайти? Да, заходите. Ну, я слышу, мне там пришло удивление, что у тебя там стрим какой-то, или ты ютубер, может быть, какой-то там. Муж, ну, да, муж, вот, посмотри на мою комнату. У нас одинаковые прически. Неплохая такая комната. Может, и ютубер какой-то, я там не знаю, Мурщи, допустим, или кто там? Да, я так-то и есть, и он. А, он, кстати, хороший, пока. Реально, посмотрел, ага. Познакомиться. Сейчас, пацаны, погодите, мне нужно доиграть, а то не оставляют же подписчиков без... Без... Ну, тогда хорошо. Да, тогда осмотрим его дом. Правда, почему-то не... Хорошо, вы пока просмотрите мой дом, я сейчас достримлю. У тебя дверь закрыта в эту комнату. Ну, ладно, что же, спасибо, то, что все посмотрели мой стримец. Все, я... Просто нужно было дернуть. Да, давайте вы тут бургеры хаваете. А, ну, дай тогда меня хотя бы один. Да, возьмите. Ты же хороший сейчас, как у меня. Очень приятно было знакомиться, кстати, уже утро на улице, как видишь. Ага. Ладно, давайте тогда, может быть, у меня тогда и покушаете. Давайте. Закройте только дверь, а то мало ли кто-нибудь еще зайдет, все украдет. Так, собственно, закрыть. Так, кто что будет, кто молоко, кто воду, кто сок. Я ничего. Ну, давай сок тогда мне. Окей. Я ничего. Вот. На, попей. Ничего. Так. Да ладно, ты поешь, типа. Да, так. Я не хочу, я наелся. Ну ладно. Тогда давай мы пойдем, короче. Давайте. Ладно, пока. Давай. Если что, ожидайте стримы, я, если что, вас уже добавил. Хорошо. Давайте. Все, пошли. Давайте едем в кафе. Я уже вот был где-то очередной стример по Майнкрафту, оказался мой любимый ютубер по Фортнайту. Ну это, заедем? Кафе, не знаю. Может, куда-нибудь заедем покушать? Ну вот я и говорю, давай в кафе. Давай вот сюда так что заедем. Так, что-то мне в кафе захотелось. Еда закончилась, мне нужно пиццу там купить. Тогда или давай-ка что-нибудь из того. С тобой заедем в Блокси Бургерс, потому что здесь я... Классные бургеры. Так. У меня, наверное, вот тут очередь. Тогда ладно, стану в очередь. Так, все, наконец-таки 5 минут прошло, уже очень свободно. Теперь так, можно вот. Заказать. Здравствуйте. Ну, я хочу заказать у вас картошку фри, я хочу делюкс бургер заказать, ну и бокс колу. Ваш заказ. Спасибо. О, здорово. Привет. О, привет. Стример наш. Я хотел покушать, потому что у меня кончилась еда. Мне потом нужно зайти в магазин. Ладно, давайте что ли вместе похаваем. Давай. О, идеально вкусные бургеры. Ну ладно, в принципе, сейчас я бокс коуту допью. Ну все, погнали, можем идти. Ладно, давайте, может быть, как-нибудь еще раз встретимся. Я поехал домой. Ладно, ну пока. И что ли, радио? Не, ну реально вкусный бургер, хорошо поели. Ты можешь включить радио? Радио? Да нет, мне что-то, мне денег на радио не хватило, поэтому оно у меня не работает. Понятно. Так врубил. Ладно, нужно еще один стрим по видосу снять.
Окей. Я зайду на YouTube, на Ютблог. Просто в другом городе уже привык так называть. Так. Так, ага. Ты не против, если я смотрю телевизор? Да не, ничего. Всем привет, с вами я, Мурчи. О, у Мурчи стрим. Я играю в Fortnite. Так, вот так вот. Найс, топ-1. Так, я ему задам начну 50 тысяч рублей, потому что он реально хороший парень. Так, так, донат отправлен. Ой, нифига, 10 косарей донатили. Нифига себе, у Рекс на 50 тысяч рублей. Нифига себе, спасибо. Так, так, надо ему еще 10 тысяч задонатить. Это я, сосед. Все, отправим эти 10 тысяч еще. Я пока приготовлю кое-что. Нифига ты творишь. Надеюсь, стример сейчас будет просто в шоке. Я ему задонатил 60 тысяч рублей. Окей, я пока приготовлю. Ну ладно, в принципе, можно посидеть спокойно тут. Давай сели посмотрим. Давай, давай. Так. Мне просто ничего делать, поэтому посмотрю вот это. О! Я начну Привет. Привет. Это я, короче, сейчас задонатил 60 тысяч рублей. Да я понял. Спасибо большое. Да не за что. Лучше закрыть, а то посторонние всякие люди там ходят. Да, вижу. Одна вообще стоит, я ее выгнал из дома. О, вижу, у тебя MacBook. Да, у меня MacBook. Окна? У меня тоже. Кто-то стучится. У меня вообще MacBook. Но да, типа... Смотри, что опять стучится? Один вверх и другого. Тут другой. А, блин, опять сумасшедшие какие-то. Ладно. Нифига себе там точило. Может пиццу сходим? Может пиццу сходим? Погнали. Может быть, ико у меня на машине, а то типа. Может быть, мало ли. Типа. Да, я чё-то хочу. Ну да, как она не лучше, у меня вход. Ну ладно, погнали. Эх. Если хочешь, можешь задать мне вопросы там, типа, если интересно. Да, ничего, останови вас. Или кто это? Вообще. Так, ладно, тогда давай поедем к пицце. Там тоже очень вкусно. Да, ты видел, что чуть нас не влезли? Это вообще нормально, чуть нас не влезли. Ну вот на пицце я зайду к ней. Так, можно... Ну вот опять. Ты видишь это? Так. Можно, пожалуйста, пицца слайс за 6 долларов? Там. Ой, Мега, ты уже здесь? Да. Реально вкусная пицца, это офигенно. Самый лучший город, который я видел. И, кстати, можете прийти ко мне завтра? Я пиццу приготовлю. Почему мы? Окей. А давайте сейчас придем. Подождите. Давайте. Давай сейчас пойдем в клуб. Давайте в клуб. Бля, давно в клубах не был. О, песня знакомая. Вруби уже музыку. Не выключай музыку, девочка. Ну, давай, в принципе, уже пойдем с этого клуба, мы так уже снимаемся. Ага. О, тут продают. О, пацаны, реально нужно домой, от меня уже говной воняет. Давайте пойдем. Ладно, поехали на моей машине. Так, ну все, давайте ко мне домой. Может, я пиццу может себе видео запишем? Да, можно. Давайте, может быть, попробуем, типа, как я недавно делал, типа, с номером телефона, только с местом, где я живу. Давайте. Кстати, я вот и на совете вот этот ролик. Ага. Только для начала нужно подкрепиться. Ох, блин, я забыл монитор выключить, погодите. Вот, все, готово. Ой, налетайте. Я попробую. Я тоже попробую.
Не бойтесь, готовить я умею. Неплохо так. Да. Я чуть не вкусно не сказал. Короче, вот это моя комната, она пока что пустая, потому что я недавно переехал. Иду пока помою руки, окей? Да, хорошо, иди. Это в основном, типа, у меня MacBook, но, типа, я его использую как компьютер. Это тут ты чат читаешь на этом мониторе, да? Ну, обычно и так. Обычно я на нем играю в Fortnite, на другом мониторе реагирую, типа, на комментарии, там, донат. Пацаны, давайте вы присядьте на кровать, типа, потому что у меня больше студиев нету. Давайте. Присядьте, а не стойте. Сейчас, я просто кровать хочу поправить. А, ну окей, садись. Так, ладно. Не ложись, а просто... Ага. Что же, всем привет, и сегодня я со своими друзьями. Вот, как вы видите, они сзади сидят. Поздоровайтесь. Всем привет. Здорово. Я тут стримлю, опять Fortnite, конечно же. Короче, я решил, ладно, давайте заново. Короче, я... Решил опять записать, типа, раньше я записывал номер, типа, вместо своего ника в Fortnite. А теперь, адрес. Но мне кажется, вряд ли поедет в такую жопу, где я живу. Ну ладно, погнали. Хороший ник. Ладно, тебе стучат. Открой. О, нифига себе. Сейчас. О! Слушай, слышишь, да ты меня в Fortnite убил? Да, я и чё с того? Давай разбираться. В честь чего? Это игра обычная. Ну, она важная, если ты не знал. Ну, типа, ну и чё с того? Типа, ты же не Манграль там или не как я. Ладно, если ещё раз такое повторится, будем разговаривать по-другому. Ну, Аня. Что, все уже пришли, да? Ага, приходили уже. Это была реально жесть, это реально работает. Угу, согласен. Так, ладно, давайте еще раз сейчас. И топчик, наконец-то. Найс. Опять тебе приехали, пришли. Нифига себе. Ну-ка, давай посмотрим. Ага. О, ну ты что? Кто? Ты не понял, я так понимаю, то, что я тебе сказал. Встретимся с тобой завтра. Угу, встретимся. До свидания. Ну окей. Так, вижу, ладно. Окончил, ладно. Ну, может, на дрыжку сходим? Угу. В чём бы? Окей, пойду. Давай сходим. Да. Походим. Ну ладно, ну, поехали. Так. Ну окей. Тут такая погода хорошая, то что, типа, и погулять можно. Да. Мы обычно с друзьями раньше очень много гуляли. Вот она. В такое время. Она вот. Ага. Так, ну все, теперь нужно аккуратненько завернуть, чтобы не разбить машину. Во, все, смотри, nice. Не упади. Да не бойтесь, я плавать умею. Да, давай. Попробуй, потрогаем, какая вода. А, чоп. Да. Блин, мотоцикл. Мотоциклист просто стоит еще свалиться. Ну давай, вылезай. Это за счет пиццы свалился. Ну ладно, я первый пошел. Делай минуту, чтобы мы этого не видели. Ну ладно, я первый пошел. Я посижу. Пошел. Ну, в принципе, да. Здесь все нормально. Ну что, кто следующий пойдет? Давайте я. Смотрите, давай. Сейчас будет бомбочка. Давай. Погодите, О, погодите. Давай. Давай. Сейчас будет мясо. Давай. Сейчас, погодите. О, охереть просто. Реально. Да. Ну что, хоть вместе, давай ты теперь. Может, я лучше не буду? Да давай. Ну я не плохо плаваю. Мы если что, спасем тебя, если что. Ладно, давай. Ай-яй-яй. А, ё-моё, вставай. Вставай, Ержан. Ай, давай. Много раз такое Спасибо. Было. Я сказал то, что это была плохая идея. Ладно, пацаны, уже время позднее. Давайте я вас, что ли, провожу уже до дома и всё. Давай, Финмега, садись. А ты знаешь моё имя? А, я всё равно. Да, что, давай, довязайся или опять?
Так, давай, Винмега, первым я тебя провожу. Это до сих пор у меня стояло? И тебя тоже. Вот. Ну, давайте, давайте уже спать, потому что уже раннее время. Точнее, ладно, рано. Можно я у кого-нибудь переночую? Ну, давайте у меня переночую, у меня дом, хотя неплохой. По своим делам, если что. Если что, я по своим делам, может, только сейчас поеду. Так, не забывай закрывать дверь, а то я там можешь войти. Так, ну чё, давай, где ты мне покажешь, куда ложиться? А, ложиться вот здесь, вот в этом доме. Ого, тут красивенько. Ты мог бы и на диване лечь, или там занято. Можно на диване лечь, если что. Давай тогда на диване. Давай. Ну всё, давай спать. Что-то не хочешь спать. О! Привет, Мега. Доброе утро. Доброе утро. Подожди. Доброй ночи, какое доброе утро. А, блин, не заметил. Я больше знаю целую ночь в Fortnite играл на телефоне. Серьезно? Угу. Ну как там с этим событием? Нормально, 10 топов занял. По моему мнению, там уже пятая руна скоро должна активироваться. Скорее всего. Ладно, забей на это. Может, соседа нашего проверим? Может, он как раз сейчас, думаю, спит? Бля. Может быть, давай опять пранки устроим? А мы же её ещё не устраивали. Ну, может быть, устроим? Почему бы и нет, давай. Он, короче, спит, и он должен сейчас, короче, просто проснуться от этого пранка, который ты сейчас предложишь. Ну, ладно, наверное, проснём. Ну, ладно, поехали, он где-то должен жить тут. А, вон, вижу его дом. Чё, он так обделается? Ну или не обделывается, я не знаю. Только давай будем прятаться, а то у меня друг так один раз подумал то, что мы взломщики. Так, это его дом. Это не его дом. Я ошибся. Тут очень много похожих домов. У меня возле дома рядом стоит какой-то. Опять не его. Так, да, это его, да, это его. Все, а теперь очень тихо, очень тихо. Ага. Так, видишь, у него там игрушка? Вот ее можно подключить по Bluetooth. У меня где-то такая же дома лежит. Он хэпит на весь дом. Ну, сейчас попробуем его разбудить. Сейчас мне нужно только подвести к Bluetooth. О, все, подключилось. Так. Так. Нужно что-нибудь выбрать подходящее. Так. Тихо. Это полиция, вы окружены. А ну быстро выйдите из дома. Вот это он Соня. Капец. Так. Так, погоди. Стой тут. Я посмотрю, что он там. Он спит. Что? Ну что ж, иди сюда, только тихо. У него система умный дом. Смотри, я могу сейчас просто у него лампочку переключать. Давай. Все, подключаюсь. Давай. Во, все, подключилась. Что за? Ну-ка проверим, что на улице. Как быстро. Прячемся. Пойди сейчас. Вот здесь. Тут творится. Ладно, продолжим спать. Вот он слепой у нас не заметил. Слепой, блин. Погоди. Сейчас попробуем еще раз. Я могу просто сейчас поставить опять фигурку. Блин, телевизор не подключается почему-то. Ладно. Так, фигурка. Может, он же недавно уснул. Эй, ты чё там? Ладно. Совсем нет желания спать. Лучше смотрите, я посмотрю к телевизору. Ты же знаешь, что я его... Я телевизор включил. Да,
чуть не спалили. Тихо, фигурка. Внимание, это полиция. Вы окружены, быстро выйдите из дома. Это эти пранки, я уверен в этом. Стоять, нет, я же... Нет, нас увидели. Ой. Нас увидели. Мощи гэнг, садись в мою машину. Нет, поди. Мощи, садись ко мне в машину, это жесткий пранк. Я пытался у него сзади сесть. Быстрее уезжаем ко мне домой. Давай, давай. Это вообще офигенный пранк. Ага. Он думал, что это какое-то волшебство, типа. Ага. Так, все. Тебе нужно припарковаться нормально. Блин, жалко, он меня заметил. Он меня заметил, а не тебя. Короче, сейчас я буду передавать видео. Так, всем привет, с вами я, Мурчи, и сегодня со мной мой друг Винмега, ну и сосед тоже. Вот, короче, он пока смотрит трансляцию с телевизора, а я сам играю. Вот так вот. Так, вижу какого-то челика. Ладно, все, пошли его трогать. Погнали. Так, поехали на моей Тесле. Раньше ты говорил, что это Форд у тебя был. Чё, ошибаюсь? А я поменял машину. А, точно. Но я посмотрел, но у тебя такая же. Ну, так. Ну ладно, давай. К нему. Так. Все, нужно аккуратно спрятать. Ага. И тебе нам нужно посмотреть, дома или он вообще? Он дома, он дома. Так, как я понял, он играет в Fortnite с приставки. Ну хорошо, давай подождемся. Может быть, он посуду моет, может быть, он недавно что-то хавал. Тихо, лучше. Я думаю, что он сейчас пойдет работать. Давай спрячемся лучше. Он уходит. Так, я закрыл дверь. Да, закрыл. Подожди-ка. Так, подожди. Нет, он не идет. Он закрыл дверь, подожди. Подожди, тут ключ валяется. В этих кустах ключ валяется. Дурачок, так. Он выронил их. Я слышу, он идет. Прячься. Он выронил ключ. Вот он косой. Он к нам идет. Так, вот и ключ. Он-то подобрал ключ, но видел, он на салат крутый. Эй, что, это моя машина? Твою машину украли. Сейчас работать пошел, давай потом, может быть, и кот, тогда съездим до пиццерии или до бургерной. Здравствуйте, можно, пожалуйста, пиццу, спасибо. Здравствуйте, можно, пожалуйста, пиццу с помидорами? Спасибо. Вкусная же тут пицца. О, смотри, кажись, он едет. Пошли его встретим. Пожалуйста. Работник! Работник! Работник, привет. Да, что? Мы тебя пранковали. Помнишь, я тебя убил в Fortnite? Ну и? Ну просто. Давай как-нибудь... Я слышал, мне Винмега рассказывал, у тебя нету зонтика. Давай как-нибудь... У меня сейчас... есть. Он за 6-й за 8-й сезон у меня есть. А. Сейчас 9-й сезон. Ну, скоро будет 9-й сезон. Но он уже скоро наступит. Но зонтик можно получить. Да, я очень хорошо играю на приставке. Ну да. Если мы сбиваем 5 каток подряд, то пойдем. Это легко. Да, это легко. Погнали. Окей. Все, теперь быстрее. О, вот он едет. Все, тихо. Ничего себе, что там. Нужно потом заехать. Блин. Ладно, пошли в жральню. Вот я и думал. Так, если не ошибаюсь, когда он будет заходить в Fortnite, у него будет вылетать, типа, просить другой аккаунт. Так. Он сейчас не может играть. Да, он сейчас может играть только в другие игры. Так. Ага.
Во, все, подключил. Так. Да, первый как? Ес, топ-1, первый. Так. Сейчас вторая. Да, второй топ. Так, надо бы отключить. Сейчас буду с геймпада играть. Так, навожусь. Да, третий топ. Дальше два топа. Так. Проверить. Пау, четвертый. Я закалываю. Так, вот. Почти. Да, так. Пятый. Всё. Вот еще. Никакой зонтик там. За пять топов. Вроде бы ему должны были дать серебряный или золотой зонтик. Да, золотой. Все, поехали к нему, типа, говорить ему, что мы получили. И я оставил датчик в его доме. Нормально, так время сухишь. Так вот, ты проехал. Ничего, я тут останавливаюсь просто. А, ну ладно. Трайб, хорошее обновление в Rainbow Six Siege. Ладно. Ты не заметил еще то, что у тебя аккаунт пропал на PS-ке? В Fortnite? Нет, не пропал, я просто никогда не играл еще не в Fortnite. Я в Rainbow Six Siege играю. А, можешь зайти в Fortnite? Ну, заходите тогда. А, окей. Так, сейчас. Так. Вот он. А, нет, не то. Вот. Вот он. Короче, видишь, у тебя не заходит. Мы, короче, тебя на время взломали и заняли у тебя на аккаунте 5 топов. А, короче, а заходи. Вы могли просто ко мне прийти, и я бы вам все равно дал поиграть. А так было лень. Ну ладно. Короче. У тебя дверь была закрыта. Ага, даже я ее взломать не смог, хотя у тебя... Позвонили бы, я приехал. Ну, я себе еще возьму. Вот так был вся двойня. Ну, так что вы мне хотели показать? Ну, зайди все в шкаф. А, да, у меня же геймпад. Так. Ага. Вот, смотри. Ого, откуда у меня такой зонтик? Вы его выбили? Короче, это зонтик 9 сезона за 5 топов 1 подряд. Да. Ого, спасибо. Я их на изи занял. И три из них с геймпада. Ну окей, если хотите что-нибудь, берите. Отпразднуем это. Слушай, может ко мне домой пойдем? Ну, го, погнали. Просто мы еще у меня дома не были. Ну да, возьми блокси колу и пойдем. А это моя блокси, да. Да, я и все, пойдем. Я тут, кстати, нужно телевизор выключить. Вообще-то это плойка. Ладно, погнали. Так, еще раз. Вот, все, поехали. Так. Смотрите, пацаны, как там разворот вот этот. Вот он. Так. Я собираюсь себе купить велосипед отличный. 4000 стоит. Я себе такой покупал, но потом у меня его гопники отняли. Все это время будильник орал. Так, видимо, ответ мне интересно. Так. Весело. Может быть, давайте у Винмеди видосик заснимем. Давай. Я могу заснять. Я пока гублю плойку, что-нибудь поиграю тут. Вроде. Ты же брал ее с собой, да? Короче, я подключаю плойку, давайте вы с Винмегой будете играть на плойке, а я буду через комп. Давай. И дайте нам еще. Мистер, поздоровайся. Да, вопрос занят немного. Ага, сейчас он придет. Ну, короче, готовит. Да. Короче, сейчас это я пока стрим запустил, давайте сейчас будет пока что отдых, будем начинать. Я доготовлю тут печенье. На, получай. Подожди, что? Событие? О, перчатка бесконечности, что? Пацаны, погодите, я одену какой-нибудь скин 4 сезона, там были супергерои. Во, Омега. Красиво. Блин, минус стильты, нет, посмотрите на эту прямую трансляцию, офигеть. Люк открылся, на позу. Ого. Давайте Саня, все... что ты тут делаешь? Я вернулся. Ага. Так. Ладно, на этом я буду заканчивать стрим. Всем спасибо, всем пока. И не отжимать! Так. Поехали. Все, поехали. Так, вот. Ага. Этот город все равно полупустой, можно и ПДД нарушать. А, да, кстати. Да. Все. Так, ты, конечно, припарковалась не у того, где надо, не на той парковке, но и да ладно. Ничего, мне всё равно интересно. Мои друзья до сих пор не приехали. Где они вообще? Не знаю. Я забыл уже. Я не знаю.
пацаны, погодите, сейчас попробую. Так. Ничего. Тут нету хорошей музыки. Ладно, давайте сейчас попросим какую-нибудь. Так, все, вроде бы врубил. Давай. Танцуем. Сейчас, погодите. Да, не работает. Давайте тогда вместо клуба на речку с шариком сходим. Давайте. Да, съездим. Слышишь, Вимек? Да, съездим. На речку съездим вместо этого, вместо клуба. Все, поехали. Да-да. Как, на речку говорите? Ты не туда поехал. В другую сторону. Все равно город не такой огромный, и в нем нет полиции пока что. Так, не, у меня есть идея. Давайте на более большое место. Разворачивайся. Там просто больше. Понял, но какой там пляжик? Я забыл. Да, куда ехать? Там лучше. Так. Да, все равно нужны мороженое, блядь. Давай туда сходим. Где будешь мороженое брать? Да, я не знаю. Я возможно, возьму. Да, это наверное. О, да, отлично, ты пошла. Давай сначала мороженое возьмем. Я не буду мороженое. Так, я возьму мороженое с клубникой, потому что это моя самая любимая. Винмега, попа слипнется. Я ванильное взял. Ладно, время плохих шуток истекло. Ладно, пошлите, искупнемся. Давай, давай, погнали. Так, пока теплая вода. Я немного брал уроки плавания, так что... Попробовать. Так, я вроде держусь на воде. Да это еще мало, смотри, куда я могу хоть туда поплыть. Я тоже. Если я не ошибаюсь, здесь одинаковая величина или длина. Я тоже так думаю. Давай. Давайте я первый, что ли? Давайте я первый. Так, всё. Мистер, если что, прыгай, я тебя держу. Так, и давайте я тогда следующий. Давай, Двинмега. Так, все, держим Хэппи Мистера Маули, он сейчас утопится опять. Давай. Сейчас, подожди. Раз, ладно, раз, два, три. Неплохо. Может, видишь, выжил уже. Давайте вот туда, давайте вот туда. Погнали? Обсыхать. А то вот держите, то плаваем. А, да. Пацаны, может, мы туда сходим, там намного лучше. На гору, что ли? Не на гору, а вот на то место. Там, где мост. Ну ладно, если хочешь. Что там такого страшного-то? Вроде бы все хорошо. Да. Так, ну ладно, тут дорожка небольшая есть. Мне, если что, пофигу, куда она ведет. Так. Я чуть не сбил скамейку. А, ничего, пофигу. Вот к этому мостику? Да, подождите, так, сейчас я проверю. Нет, не к этому мостику, немножко вон там, вон там. А, ладно, мы тут все равно никогда не были. Давайте тут. Давайте тут. Давайте я проверю. Ну, вроде нормально. Давай, Хэппи Мистер. Первый. Давай лучше дайте, вы потом я попробую. Да, давай. Давайте. Офигеть. Твоя очередь, Лимба. Бомбочка! Ладно, давай ты следующий. А сейчас дайте мне пару секунд. Да, Лимба, что ты не понял? Так, дайте-ка мне пару секунд. Давай. Ей страшно. Давай, где же спасем? Я буду ходить. Давай. Ладно, на счет три. Раз, два. Я тебя держу. Давай. Давай. Всё. Опять чуть-чуть, походу, как так можно? Может, ты ещё раз пройдёшь? Нет, у меня нет больше желания. А, ладно, давай ко мне домой поедем. Ладно, нам нужно обсыхать. Остановите. Открой дверь, а то они вам дали. А, сейчас, погоди. Так. Так, поехали. Поехали домой. Так. Поехали обсыхать. Ох, чуть не спит. Короче, это он нас починил, ребятки. Надо будет уроки плавания взять.
Знаете, я тогда с вами что ли тут буду? Да. Ой. Аге. Ладно, все, давайте. Знаете, я тогда что-нибудь приготовлю, да по еще. Да. Пойду-ка я. Ладно. Подможешь? Я, короче, на диване буду спать. Подождите, я ударюсь. Так что я немножко подмылся. Так, где тут надо включать свет? Так, свет давай-ка выключи. Я тоже на диване. Полетим. Я спать. Так, я пошел сюда спать сейчас. Так, заправлю кровать. Ладно, я буду спать. Спокойной ночи. Все, спокойной ночи. Спокойно. Наконец-то. Уже утро. Римпли уже спит. Хэппи, ты серьезно играю всю ночь? Нет, я только сейчас запустил. В смысле? Нет, ну я типа проснулся, решил проверить, что там. А, ну да ладно. Либо вижу. Так... Либо вставай, уже утро. Да что? Уже утро. Он опять свой Fortnite играет. Я вообще-то новости читаю сейчас. А, да-да, новости. Да, включите свет. Мурчи, может это вот, посмотрим телек? Можно. Давай. Давайте я еду приготовлю. Окей, давай. Так, что у нас? Да не, какая зима, сейчас вообще весна. И конец. Да, давай что-нибудь на завтрак там. Муж, можешь смотреть со мной новости? Сейчас я еду приготовлю. А, ну ладно. Вот. В смысле, ты его не готовил? А у меня в руках. Подожди, ну ты же не так... Подожди, это что такое? Это мясо. А, вот что. Тут и еще нужно запечь. Забыл. Ага. Ладно, не очень хочется. Ты сейчас телевизор мне уже насмотрелся. Кстати, я кладовом моста, кстати, какой-то там какую-то пещеру видел. Давайте каждый подзаработает немного и приедем. Давайте, я короче приехал работать. Я поеду в пиццерию. Я поеду развозить. Да мне короче что-то Макс Мокторс не работал. Надо поработать. И я тоже давно не работал, мне партнерки мало. Я тоже поеду на работу. Я тоже поеду. Так, вот эта работа у меня. Так, ну все, подходим, не стесняемся. Так, тебе нужен красный? Ну ладно. Так, все, в пиццерию побыстрее. Я буду разводить пиццу. Я в пиццерию очень давно, я могу оттуда уйти хоть когда. Я, кстати, о, привет. Вот, ты точно туда пошел работать? Да, я работаю. Давай, кто больше накопит? Слушай, спорчик. Слушай, у тебя и так фиолетовый, зачем тебе еще фиолетовый? Ты что, совсем, что ли? У кого? Ну, какой-то клиент просит фиолетовый, хотя у него тоже фиолетовый. Зачем? Я тебя даже не покрасил. Ну что, вали отсюда, короче. 190 баксов уже мои. Надо, наверное, позвонить Лимбо. Так, алло. Да, алло, что хотел? Мне пока просто скучно разводить это все. Как у тебя дела? У меня нормально, и зачем мы общаемся, это по телефону, мы рядом едем. А я тебя не видел. О, 477 баксов уже у меня в кармане. Давай, короче, поспорим, у кого больше бабла будет. Да бабла-то у тебя, наверное, все равно больше. Да нет, кто накопит побыстрее и побольше. Вот уже... Еще 170 долларов. Точнее, 100. Встречаемся возле дома Винмеги, не забываем. Все. А еще не все, подождите. Так, я поехала. Заработаю я 1200, могу ехать. Я сейчас скажу, сколько я заработаю. Зарабатывание. Я заработал 2005. 434. Погоди, стой! Ты куда? А я еду обратно к Вимеге.
Ладно. Я лучше на би... А, вот, у меня там машина красная. У меня Форд стоит. Ой, блин, какой Форд? Тесла. Да, точно. Вот это... Это... Ага. Они очень похожи. Так, хорошо, припарковался. Ну что, сейчас так я подумаю, что это. Может быть, типа, поинтересуемся, у кого сколько бабла? Мы уже интересовались, но забыл просто. Да, может, мы уже, короче, да, это сделали. У меня, если че, 2005. Мы заинтересовались уже с баблом. Делать нечего, сейчас я даже не знаю, что делать. Может, мы пойдем опять зарабатывать, нам сейчас денежки нужно. Да не, я, кстати, видел какую-то пещеру там, около, когда мы на мосту, около моста были. Там может быть там шахта. Давайте посмотрим. Ну ладно, давай. Только осторожнее, ребята. А, да, едем до туда. Ну, я его и говорю, просто реально. Ну ладно. Сейчас, а погоди. Да, его дождь. Подождите, взять, мне нужно помыться. Давай побыстрее. А то вообще буду не красавчиком. Это моя машина. Давай я поведу, потому что я знаю, где дорога. Ай, ладно. Ты просто наверняка забыл. Все, поехали. Да, да вроде бы я не сильно туплю. А. А что там замороженное заявили? Да не, мы... Погнали. Так, вот сюда где-то. Вот оно. Давай, аккуратно припаркуй машину. Вот она, машина. Давай зайдем. Это шахта. Думаешь? Думаешь? Куда? Раз тут рядом шахта. Типа, место, где нужно работать в шахте. Как ты узнал? Подожди. Теперь мы шахтёры? Да, теперь мы шахтёры. Ну ладно, подобываем. Нормально так нас, ну, на работу устроили. Так, всё, блядь, добавим лоз. Мне работа скучная, но хорошо получается. Да, кстати, мне нормально. О, куда моя первая? Знаете, копать. Что если вы ко мне пришли? То, что слышит, ты губы всех. Надо прыгать. Ладно, давайте выбираться. У меня, поскольку есть телепорт, я могу телепортнуться к себе домой. Мне тут не сильно нравится. Мне тоже. Ну да. Так, я тоже телепортирую, давай. Алло. Алло. Ну я пока что работаю просто. Я выйду из шахты. Мне интересно. Не, ну, а мне наоборот интересно. Я буду тут, короче, у шахты. Ну еще узлы полно. За счета заплатить. О, куда? Ну, еще немножко побуду и пойду, потому что меня уже немножко надоело. О, а это что такое? Есть блеск, коробка. Так, наверное, я поеду. А, это намек! Что произошло, Винмега? Где я? Мы спрашиваем, что у тебя случилось? Я, короче, работал там и какой-то увидел руду, я зашел ее скопать, а оказалось, что это был динамит. Я ее, короче, скопал и что-то взорвалось. Я потерял сознание и оказался уже здесь. Мы тебя добежали еще. Давайте уже пойдем отсюда. Пойдем. Мега, давайте отвезем. Давайте. Можно так прыгать? Стоп, а что тут моя машина делает?
Хэппи мистер поехал на твоей машине. А, точно. Все, садитесь все ко мне. Все, давай, поехали. Ладно, давайте уже поедем домой. Ладно, давайте отвезем Винмегу к нему домой. Так, ладно, давайте, может быть, завтра видос заснимем. Почему бы и нет? Завези меня к Винмегу. А, нет, завези сначала ко мне, потом к Винмегу. Кстати, может быть, давайте заснимем видосик по Fortnite. Ну, я уже говорил по Fortnite завтра. Короче, Винмега 2 и выходи. Я уже думал, что я умер. Бойся, не умрешь, так. Да, сначала отвези меня ко мне домой, а потом к нему обратно. Хотя, ладно. Так. Пойду лучше спать, ничего-то нехорошо. Ой, блин, не тут твой дом сейчас. Он далеко отсюда. А, что такое? Бузильник? Уже пора вставать? Надо. Все, я выключу этот свет. Стоп, а почему у меня будильник разбудил в такое время? Сейчас же ночь. Странно. Ну, видишь, я уже стал лучше сейчас. Так. Я поеду к Мурчи Генгу. Алло, привет, Винмега. Да, короче, я как раз собирался к тебе ехать. Да, и тебя тоже будильник разбудил в такое время? Да, да. Это все очень странно, меня, если что, тоже разбудил будильник. Короче, зови Хэппи Мистера, чтобы он приходил с PlayStation. Просто у меня тут телевизор есть лишний. Типа он сюда. Ну хорошо, давай, сейчас позову, давай, пока. Так, набираем номер, так, Хэппи Мистера, так, 8-800-5-5-5-5-5, всё, звони. Так, в смысле, так, может, я же какую-то букву, номер не про неё, ладно. Так, вводим номер Хэппи Мистера, 5-8-800-5-5-5-3-5-3-5. О, звоним. Да. Да? Хэппи, алло. Короче, приезжай к Мурче, будем сейчас... ПС-ку свою там приноси, будем сейчас снимать видео. Я просто спал, окей, я сейчас свой перекушу. Нас бузинька разбудил. Ладно, давай. Я выпью что-нибудь дополнительно. Ладно, давай. Так, все, ну ты все можешь ехать. А вот и он. Так. О, привет, Винмега. Так, чё, а где Хэппи Мистер? Он сейчас сказал, что подъедет. Сейчас мне уже всё зажило, поэтому можем продолжать. Точнее, прям как новенький. Да. Так, ладно, давай хотя бы пройдём ко мне домой. Давай. Кушать хочешь? Да нет, не хочу. Проходи ты. Хотя нет, давай. Ну, вот тут, пирожочки. Или же маффины. Придётся ждать только Хэппи Мистера. Так, если что, тут настроил уже все для Хэппи Мистера. Хватит уже стучаться. Так, ну что там? Ты я? Да, я здесь, я вернулся, все. Так, ну что, пошлите. У тебя тут уже новый фон? Да, я сюда поставил только картинку, других не нашлось. Короче, Хэппи Мистер, подключай сюда PlayStation. Мега, извини, но тебе остается либо только смотреть, либо если у тебя PlayStation или джойстик, вот. Подключайся. Окей, так. Ладно, что же. Так, сейчас, вот. Я себе запущу, пока Mortal Kombat 11. А не, запускай Fortnite, запускай Fortnite. Или только... у тебя есть Overwatch? Он вроде бы на PlayStation 4 есть. А? У тебя же есть Overwatch, да? Да, Overwatch есть. Запускай Overwatch. Так, все, хорошо. Так, все. Всем привет, с вами я, Мурчи, и сегодня я играю в Overwatch. Со мной Винмега, поздоровайся. Привет. И Хэппи Мистер, он играет с PlayStation. Да. Короче, сейчас мы будем пробовать игомать. Так. Оба, сделал свой килл пока что, закатку первый. Так. Да, получай. Оба. Извини, застелил твой фраг, ладно. Так вот. Ага. Почти. Да, убил. Давай, еще чуть-чуть мы убьем. Так. Я кнопку одного добиваю, второго. Да, сейчас добью. Все, мы выиграли.
Найс. Отлично. Ага. Так. Так. Ладно, давай, давай, может быть, в Mortal Kombat. Я буду с компа, а ты с этого. Сейчас, наверное, надо будет кое-что сделать. Да, 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 ладно, вот. Давайте, я буду заканчивать. Что же, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Мурч. И всем пока. Пока. Так, все. Можем, в принципе, давайте до Happy Mister, что ли, пойдем? Поехали. Кстати, давайте съедим, покажем. Я тоже кушать хочу, так. Не, ну просто супер, мега. Почему его никогда надо не... Мега, ты ведешь. А, хорошо, сейчас я. Хрен, все время, почему я все время растучусь его на двери? И где, что мне сейчас его ждать, что ли? Ну ладно, подождем, пока покатаюсь на своем любимом велике. Так, он, вижу, он живет на другой стороне. А, там где ты? Ну, думаю, да. Ну, посмотрим. Надо будет, кстати, сходить в пещеру. Я больше никогда не пойду в ту пещеру. Ага. Напомните мне, чтобы сходить в парикмахерскую, то я забываю. Мне нужно будет потом еще на работу поехать. Как же забыл, поеду представлять. Подожди, кто это там? Да. О, машина что-то. Это он? Это новый сосед? Опа! Опа, поясни за шмот, пацанчик. Че, пацаны, аниме? Да, аниме. Ну кто такие? Ой, двое. Ты что, его не знаешь, что ли, этого челика? Винмегу знаю, а вот два с двоих не знаю. Ты играешь в Fortnite? Нет. Ну я Мурчи, ну ладно. А что у тебя там не было в Блоксберге очень долго? Я тебе там записку отправила, не приехала, я... У меня бабушка купила дом в МИП. Ну, я туда переехал. Чёрт подери, да поставили тут домов, да чёрт подери, да чё за дома тут понаставили, дураки. Да поколомы, какие тут, да долбоёвые живут. Там пока посидел. И потом решил вернуться. А, ну тогда давайте ко мне в дом пойдем, короче. Ну, стол, давай, гони. Посмотрим, кто быстрее, давай. Так, смотрите, кто из нас быстрее. Ты скоро, я забыл. Меня забыли. О, они лохи. Так, ну вот, в принципе, мой дом. Что-то я могу доказать. Ну да. Он не так... Никак он и не изменился, Венмек. У меня лучше дом. Тогда такой двери не было. У меня лучше дом. Не, я помню эту дверь. Её не было. Юбза, хочешь оценить мой дом? Хочу, а что? Погнали, а зацени. Ещё вот этой двери не было. Он рядом. Садись сюда, блин. Ладно. Давайте каждый покажет по своему дому. Давай, Филипп, засадись. Давай, гони, я за вами поеду. Я что, велик тут брошу? Около Винмегиного дома? Нихера, вот он, брошу. Вот он его дом. Стой. Да я рядом, вот он мой дом. Ты пропустил дом Филипса. А вот он мой дом. Не, вот она моя халупа. Короче, это моя игровая комната, вот. Задрочишь. Fortnite задрочу. Это, короче, я здесь в PS-ку играю. Ну, тут один раз мой друг играл в Happy Mister. Мне сюда пришлось бежать. Это очень дорогая картина, вот эти вот две дорогие картины. Это называется Спанч Боб, богатая какашечка, а это какая-то девушка. Да, я сам... На самом деле это Спанч Боб и Луи Виттон, а это Мона Лиза. Угу. Это ванная, кто хочет... Стой! Не входи! Хайбя, ты уйди отсюда! Я не смотрю, давай быстрее. О, you touch me, тра-ла-ла. Открой дверь! Ой, май гач! В одежде мылся, ну чё? Давайте. Ну дальше. Ладно. Звать тебя как? Меня Мурчи, настоящее имя Лимба.
А где другой волосатый? Не, я не притявен. Где второй? Вот что там? А, его, короче, его зовут Хэппи, по-настоящему имя его Вован. Вова. Хэппи, Хэппи. Давайте, короче, уже... Где будем ночевать пока что? У кого? Давайте! Ко мне! О, давайте, давайте у Филипса. Переночуем. Говорит, у него красивый гигантский домик. Мега, эй, оно отошел от. Я отведу к его дому. Ты мега. Ну, вот там видите. Все садимся. Нет, полностью. Давайте гонимся. Так, давай, вези нас. Ты мега. А, вот он. Давайте поговорим, чтобы Филипс не слышал. Давай, пройдем его дом. Брат, посмотрим. Вон он! Ты пропустил! Вот он его дом. Ну я и говорю, это дом. Так, что давай. Что там? У тебя какая-то она серая. Нормально. Ну, не знаю, у меня компьютер получше. А еще у меня приставка. Мне тоже. Вот. Так, да, она какой-то. О, я помню эту дверь. Ты конечно, ты никогда ее не забудешь, когда ты лез на мой дом. Ты точно никогда ее не забудешь. Конечно. Нет, ничего не покупал. И денег у меня мало. Не заработал в мипе. Так, ладно, я как раз себе PS-ку брал, я сейчас в Fortnite играть буду. Я посмотрю. Ну и задрот ты. По себе людей не судят. Не задрот. Угу, шути мне тут. Там, где ты шутил, я там преподавал. А, там, где ты учился, я там преподавал, блин. О, нифига себе. О, я топчик занял. Ну, может, прям, ребят, давайте по домам уж пойдем. Ладно, давай не сейчас. Ну, можно. Пошел на работу. Дмитрий, вы можете его сказать? Да. Смотри, тихо, то, что вот потом к нему тихо проникнем. Как ночью? Давай. Пацаны, можно с вами? Можно с вами? Да, можно. Вообще, я могу его по блютузу взломать, как мы. Хэппи Мистера взламывали. Да, давай вместе. А, это ты, значит, был. Сейчас стой, я. Ну, давай. Просто не пройдем. Короче, это будет, короче, на следующий день. Ты проехал мой дом. Ой, блин, извини. Подождите, что там новости делают на улице? Ну, Хэппи, давай, короче, вот сюда поедем. Будем... Не против я у вас переночу? Да не против. Окей. Вырубите телек! Тук-тук-тук! Что? А, здрасте. Мы тут уже спать. Я пришел, я там домой к тебе. Я не пришел. Тихо приходил. Я сейчас спал. Ну я тут спать просто сейчас буду. Я буду вот тут спать. Ну давай, короче, ты сейчас тут поспишь, а я буду посплю тогда на диване. Да не, я около тебя там прилягу. Да не, ты можешь тут поспать, я посплю на диване тогда. Окей, спасибо тебе. Заняться. Ну вот ездить к Мурчу. Почему бы и нет? Стало что-то так темно, и я не понимаю, спать вообще не хочется. Выйду-ка я на улицу. О, да тут уже светлеет. Сяду-ка я на свою машину. Поеду тут, катаюсь немножко. Ой, здорово. Я вот понял, что сделать не нечего. Вот, пойдем бегим. Я хотел тебя просто позвать. Погнали. И да? Ну, а давай поехали. Приехали. У меня просто есть свой боевик. А, ладно. Это хорошо. Так. Ладно, куда там? Я поеду домой. Так. Угу. Ему, наверное, к нему, наверное, надо туда. А, да? Вот он. Какой свой боевик? Так, что случится? Винмега! Открывай! Привет. 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 Ну, можете заходить.
Ну так, чем займемся? Ну, я не знаю, можно телек посмотреть, можно тут поиграть, тут, я не знаю, может подготовить что-нибудь. А сначала включим свет. Не сидим, может быть, сделаем тусовку? Ну, давайте. Знаете, а что-нибудь приготовим? Просто выходит в кинотеатрах, короче, фильм «Ма». Типа, короче, какая-то женщина предлагает затусить каким-то старшакам и, короче, потом их убивает. Ну, у нас будет просто тусовка. Ну, да. Звучит интересно. Да, у нас просто тусовка. Так, ну, тогда я возьму ингредиенты, что-нибудь приготовлю. Ну, ладно, приготовлю. Кстати, я тут недавно все переставил тут немножко вот. На для вас троих. Ага. Вот гигантский стол. Так, я буду готовить. Хорошо, тогда я их поставлю на этот стол. Вы сюда складываете всю еду. У нас слишком много, надо что-нибудь попить. Давайте. Вот это, в принципе. Много готовить. Он был. Все равно все не съем. Не съедим. Ничего, лучше побольше. Ну давайте там побыстрее доготавливайте. Давайте поработаем куда-нибудь сходим или в кафе куда-то сходим. Давайте поработаем немного. Нам да, нужно... я тут работаю, потому что мне денег сейчас на мини, я просто... Нет, у меня тоже денег нет. А у меня куча, но мне лучше подзаработать. А одолжи мне 500, мне надо оплатить еще там. 500, окей, давай. Ну давай, да, еще кстати, что-нибудь поставим. Кстати, ребята, я забыла спросить. А где наш, ага. Где наш старый друг? Я не знаю, по-моему, он не говорил, что куда-то уедет. Ну, возможно, опять куда-то уехал там в другой город. Ну да. Я слышу, что... Может быть, в Мип-Сити, я там раньше жил с родителями. А, он да, он говорил, что он говорил, что ему бабушка дом там купила. Я пока приготовлю блины и печенье. И все, я думаю... Ничего себе, у него бабушка добрая. Нифига себе, реально смешно. Так, а зачем нам столько худогов? Нифига себе, сколько у нас на столе тут уже. Ничего, мало ли захотят еды покушать. Нет, я, конечно, понимаю, худогов много не бывает. Но... Может, ребята, уже пойдем? Ну да, давай я так вот это поставлю, последнее. Ну ладно, дожарь его последние худоги и все. Не, вообще лучше в пиццерии. Не типа сильно не заморачиваешься и зарабатываешь больше. О, привет, Хэппи Мистер! Я, если что, еду в бургер. Так, ну погнали. А, вот ты где. Ну, возьми свою пиццу. Я уже заработал $190. Ну, давайте там 5 пицц отвезем, потом поработаем в каком-нибудь другом месте. Я, пожалуй, доложу эту пиццу и все. Я устал. Так, ну и дело. А, вижу его сейчас, нужно подъехать. Наверное, этого будет достаточно начать. А, все, привет. Привет. Привет, садись в машину. Байком я не хочу его бросать. А, я... ладно. Я запомнил. Ну ладно, мы поехали.
просто не хочется бросать в прибей. Давайте тогда ко мне съездим, потом к Мурчу съездим. Ну да, я как раз там перестановку сделал. Ну как перестановку? Так, мы погнали. Да, погнали. Добрый вечер или доброй ночи, как правильно, я уже запутался. Сейчас вечер. Ну хорошо, поспал немного. Я пойду, короче, моюсь, почему бы. Мега, что это ты смотришь? А, я смотрю твой стрим. А, угу. Там, если что, будет момент, я там случайно пернул. Настя пишет, что Phantom Forces идеальная игра. Серьезно? Да. Слава богу, я тут в пинг-понг играю. Ностальгия. Сам собой? Да. А ты что подумал? У меня интернета нету, вот я один с собой играю. Ну что, может быть, потусим? Ну давайте, ура. Давайте еще часть потусим, потом пойдем мужчик к тебе. Окей. Хэппи Микс, у тебя плейс на собой? Вроде все как бы. Ну все, погнали, погнали, пусть уже домой. Погнали. На ночь будет быть спортив или там. Да не, мне спать не хочется. Мясо. Татьяна опять свой байк не брошу. Тебе дать оскорбинку? Поехали. Поехали. Если он я сам... Он не в той стороне. Ой, блин, ну я слепой уже. Стал после этих игрушек. После Фортнайта. Не, после Фортнайта такого не становится. Это, видимо, после пиксельной графики. Аж глаза ослепило. Так. Ой, так вот. Ну я... Так, ну все, проходите тут все. Угу. Проходим. Кто хочет кушать, это вот, смотрите, это здесь кушать можно. А, серьезно? Ну тогда я возьму. Кстати, Happy Mister, у меня есть, точнее, остался Xbox One S. У меня, короче, бомбануло, и я перестал на нем играть. Будешь ты на нем играть? На нем тоже Fortnite работает. Возьмите это печенье. Я возьму. Так, сейчас. Ладно. Так. Ладно, пускай тут стоят. Ой, я случайно это вот сел не на тот стул. Так, короче, я все подключаю. Happy Mister, ты играешь с Xbox. Вельмега, ты играешь с PlayStation, а я с компа. Вот это у нас трио, конечно. Ну ладно. Ладно, записываем. Всем привет, с вами я, Мурчигэнг, и со мной сегодня Винмега. Всем привет. Хэппи Мистер. Ладно, он сегодня молчаливый, и я. Подстрижитесь, ладно? Так, сейчас мы будем играть в... Даже не знаю, Phantom Forces. Поэтому это будет интереснее. А я не знаю, что сыграю. Не то, что надо заходить в Fortnite. Да, заходи в Fortnite. Во, все, играем. Ой. Походу свет. Да, походу свет отключили. Блин, тупые передатчики. Сейчас сидите тут. Гребаные соседи, ненавижу их. Бывает. Так, вроде бы все у меня стало хорошо. Попробуйте включить свет. Так. О, вот все. Ну, давай так, не включай свет, нет. А, да, кстати. Это так хорошо даже. Так. Здесь хорошие плакаты. Да, спасибо. Это Ди, ну ладно. Так. Что ж, давайте смотреть. А не мы увлекаемся? Ну типа. Пока просто такие плакаты, я еще не заказал другие. Так, ну ладно, давайте играть. Так. Топ-1. Найс. Так, ну я думаю, еще 4 топа занимаем и уходим. Так. Вот так вот. Ага. Не остался. Давай. Все, я его убил. Красавчик. Так, второй топ. Так.
Ага. Убил. Да, третий топ. Сейчас, подождите, не запускайте. Так, все, подключу геймпад, давайте. Так. Е, четвертый. Давайте, давай еще пятый сделаем. Да, давай, давай. Так вот, блин, это легко. И е, пятый. Пятый. Ну все, пойдем по домам, давайте уже расходиться. Давай. А, ну ладно, ты пускай тогда иди домой, но я буду спать. Окей, давай, спокойной ночи. Звонит да. Надо в инмейде. А, кто там еще звонит? Алло. Короче, вопрос. Ты как там? Ну, а, я уже очень устал и спать просто хочется. Ну ладно, давай, пока. Так, сделаем, заправим кровать. Так, все, ну можем спать теперь. Так, надо телевизор включить, потому что он мне очень сильно мешает. Свет надо отключить. И вот это надо отключить. Все, теперь ты можешь спокойно спать. Опять я ночью встал. Почему всегда я встаю ночью? Почему? Ладно. Давай-ка выйдем на улицу. Алло, Вильмега. Алло. Ты тоже ночью встал? Да. Чё, может быть, сегодня ко мне раз тут комнату перестроил? Давай. Я уже еду. Окей. Давай. Встречаемся возле моего дома. Хорошо, давай. Так, ну тогда, ну, тогда я поехал. Потому что не хочу затягивать много времени. А, вот и его дом. А я уже почти пиццу доготовил. О, кажись, он идет. Так, сейчас... Мега, подожди, пиццу поставлю горячую. Привет. Привет, Мега. Привет. Что, давай ко мне проходи. Давай. А вот, если что, угощайся, я пиццу приготовил. Спасибо. Приятного аппетита. Ты тут проходи ко мне в комнату. Не обращай внимания на то, что тут стулья мешают. Это, короче, будет ваше игровое место. А что тут написано? Короче, то, что типа я главный. Это еще с бабушкиного... Блин. С бабушкиной деревни осталось. Я, короче, как-то разрисовал все. Скатерть черным и написал вот так. Ну, вот так. Ты пока поиграй, а мне нужно немного отлежаться. С тренировки шел. Вимега, ты только дверь, пожалуйста, закрывай, а то тут будет. А, точно. Да, спасибо. Так, ну чё, давай, заходи ко мне в лобби. Ну, давай, захожу. Так, всё, зашёл. Так, давай, запускаю папку. Так. Убил. Я слышишь, тоже убил. Тут какой-то челик, ник, звони, там какой-то номер. Может быть, давай позвоним, давай, подходём? Давай. У меня тут как раз скайп на ноутбуке, только придется постоять немного. Так, все, звоню. Алло? Алло, это ты тот челик, которого я убил? Да, еще раз так сделаешь, я тебя вообще там не знаю. Я тебя, короче, вызываю на дуэль. Ну окей, хорошо. Записывай мой ник. Ага, все, записал. Все, буду ждать. Слышишь, Мега, он меня, короче, на дуэль позвал. Серьезно? Ну давай, заходи. Счастливо, да. Так, все, захожу. Так, вроде бы он... Да, все, запрос, друзья. Все, он принял. Алло, ну что, это ты тот тупой идиот, который меня убил? Да, это я. Ну окей, все, я творчески запускаю. Все, сейчас тебя разнесу. Я не знаю. А как же на мой канал подписаться? Вот говнюк даже не подписался. Офигенно получилось, ладно. Тогда я подключаю. Ой, я включил. Ага, так, ну ладно, чё, уже скоро утро? Ну да. Как скоро? О, а чё, он там опять спит? Возможно, да, он спит. Ой, погоди-ка, сейчас, подожди. Заспауни свой Реново Логан. Всё. Но он же не черного цвета 20-го лета.
Ну, красного же цвета. А, ну вишневая ладно. Семерка, неоновые фары. На циклах тонировка, вишневая семерка. Так, надеюсь, мы близко, это его дом. А, мне показалось. Блин, я слышал, он перекрасил дом. Короче, он теперь белый, как у меня внутри. А, ну давай тогда к нему поедем. Ну сейчас, мне его найти надо. Этот Фьюкс до сих пор в своем мипе живет. Ему, блин, там бабушка дом купила. Капец, она у него богатая. Ага. Нужно его как-нибудь навестить. Твой Филипса. Или кто там. Все время путаю их имена. У меня просто был еще один друг. Вроде бы его тоже Филипс звали. Или как-то его. Возможно, справа его дом. Да, да, это его дом. Угу. Рачку. Он да, все, вот. Костерчик поставил. Да, вот. Смотрите, как я тут обустроил. Красивенько. Вот корзинка с едой. О, чем займемся тогда? Давай, кстати, войдем в твой дом, тогда что? Кстати, смотрите, сейчас пока не заходите, вот такого не заходите. Интересно, что там? Как Лимбет готовит, вот тогда пусть заходит. А, ну нет, чуть-чуть осталось. Как доготовишь, можешь заходить. Хорошо. Но мне чуть-чуть осталось. У меня еда быстрого приготовления. Блин, у тебя такая печка, хрен видишь, что там снизу. О, все, доготовил сейчас. Достану. Это, короче, мама мне передала несколько вкусных вещей. Я очень люблю это есть. О, все. Блин, как вкусно, подождите. Ну ладно, давайте пойдем покажу. Давай-ка. Ого. О! Балакан. Это твоя собака? Ну, я так думаю, что у тебя нет собаки в доме. Ну, в доме нет, мало ли у родителей осталось. Да, но у меня сейчас у родителей, потому что скоро мне переезжать, все равно где-то в их приблизительно. Да, я думаю, что скоро тоже переезжать. Ага. Я, кстати, буду переезжать в МИП. Кто тоже поедет? Я поеду. Да, о, я круто. Тоже. Мне все равно там заодно свою собаку. Тогда давайте еще немножко в Хэппи Мистер побудем в доме и соберем все вещи и МИП поедем. У меня идея. Давайте тогда последний день, если я сделал такой костерчик, давайте там проведем. Давай. Там. Нифига себе, ты тут обустроил неплохо. Кстати, тут можно маршмеллоу пожарить. Ну давай сделаем это. О, поделишься маршмеллоу, я не взял. Первый. Так. Так вот. Попробуйте пожарить маршмеллоу, реально вкусно. А мне не дается маршмеллоу. Вкусно. О, пацаны, а что это за бутылёк? Можно попить? Ты же не делай это! А дверь закрыта! Открой! Всё, заходи, забегай! Давай, забегай! Это очень острый соус! Не сплачь, не что ли? Я просто я помоюсь в одежде, что? А, ну ладно, мне тогда тоже можно. Я кто вам разрешал? А ты вообще не заходи, когда кто-то моется. Кто будет милкшейки? А ты можешь? А, нет, дверь открыта. Кто будет милкшейки? А что такое? Ну, молочный коктейль. А, да, ну я буду. Ну вот, иди возьми и сделай. Бери, вот, у меня есть, вон, возьми в холодильнике, а там найдешь. Quick meal. Так, ну что, может быть, поиграем в Fortnite? Ладно, давай. Давайте. Так,
Короче, смотрите, я нашел один баг. Короче, я могу сделать вам всех персонажей и, короче, все из Фортнайта. Прям всё. Давайте я вам молочные коктейли сделаю тогда. Это, короче, работает даже на PlayStation и на компе, хоть до телефона. Да, на телефоне? Да, короче, смотри, Happy Mister, у тебя тут уже подключен интернет, смотри, сейчас главное просто зайти в браузер. Сейчас, подождите. Угу. Так, вот. Вот. Короче, смотри, по этой ссылке ты должен получить... Ой, блин, короче, ты должен подписаться на каналы и сразу получишь все скины. Короче, укажи просто ник своего аккаунта и жди. Я уже так получил себе некоторые новые скины. Например, стартер-пак. А иконника получил? Конечно. Кстати, берите молочный коктейль. У меня еще фиолетовый вертекс есть, ну ладно. Короче, смотри. Короче, берите коктейль. Да, сейчас, я пока пить хочу. Так, смотри, сейчас я... Один на каждого. Окей, сейчас я захожу в Fortnite. Сейчас, пусть пока загружают. Тогда и все эти принесем. Так, ну все. Вроде бы все скины я получу. Короче, Алимба, возьми там на столе лежит маршмеллоу. Окей, да, спасибо. Так, а может быть уже будем готовиться к выезду? Давайте. Потому что уже завтра мы должны уезжать. Блин, меня кто-нибудь может подкинуть до дома? У меня, кажется, машину украли. Давай у Винмеги. У Винмеги же машина. Винмега, а ты близко живешь? Да, вот близко, вон там прямо надо идти. Ладно, если что, переходите. Хэппи, там собирай вещи. Да, мне тоже собрать вещи надо. Погнали тогда, я свои сейчас соберу свои вещи, и потом мы с тобой соберем свои вещи. Ага, ну у меня там не сильно много, у меня свой датчик, чтобы везде интернет ловил. Аккуратнее там. Но я знаю, где Мипсити находится. Я тоже, я там раньше жил. Так много вещей у меня, столы, плакат с советской собакой. Так, собирать не лень. Хотя, ладно. Так, надо забрать. Это забрать тоже, но... Дом тут у меня уже не оплачен, так я его, скорее всего, оплачивать не буду, поэтому сейчас собираю все свои вещи и уходим отсюда. Так, а ты, типа, можешь меня довести до моего дома? Возможно, да, могу. Ну, тут так темно все, блин, а тут фары... да, они включены. Так, мне... Короче, ПДД уже можно нарушать, никто не видит все равно, а тут нету камер. Любимую. Все равно лучше не нарушать, например, возле пиццерии, там всегда камеры есть. Так и самое худшее, что Мипсити может делать, это нельзя вашу машину водить. Позвонить Винмеги или это они там едут? Нет, они. Так, алло, Винмег. Да блин, звонят. Алло. Алло, я, в общем, собрал вещи, и когда меня будете забирать... Ну, короче, я готов. Ну, мы сейчас, я уже свои тоже собрал. Сейчас муж сейчас соберет свои вещи, мы поедем. Я просто забрал уже все плакаты, там еще кое-что. Бананы я тоже взял, почему бы и нет. Хэппи, не забудьте, короче, если чего, кто-то поедет в моей машине, потому что вряд ли у Ведмиги хватит места, а ты вряд ли там на велике доедешь, у тебя на многие 100% устанут. Не, мы поедем на машине Мурчи, ладно, давай, пока. Еще, ладно, погодите, еще хочу сказать. Мурчи, ты не будешь против, если я в твой багажник положу свой велосипед? Да не, ничего. Ой, блин, подожди, долбаные соседи опять все отключили. Погоди, так. Ага, все. Можешь включать свет. Так, да, все. Включил. Добро пожаловать. Давай пиццу тогда доем. Короче, добро пожаловать в мою ночную базу. Потом я ее так назвал, потому что уже темное время суток. Давайте я тогда засуну. Так, надо не забыть потушить. Угу. А мне кажется, сзади поинтереснее, потому что сзади тебе никто не мешает, можно прилечь и спать. Так, я возьму. Хотя я могу поставить машину, чтобы она сама ехала. И давай вот этот табак. Почему бы и нет, я его возьму с собой. Ладно, как раз... Это вообще-то не табак, а табаско. Я подзабыл. Так, Винмега, я уже давно туда не ездил, ты мне будешь подсказывать, куда ехать. Хорошо. Потому что навигатора у меня нет, а мне лень его покупать. Сори, Хэппи.
Сори, ага, все, Гор. Ладно, я схватил там с собой корзинку еды, так что прямо, нам хватит. Надо, надо прямо. Ага. Ну, короче, нам хватит на то время, пока мы будем ехать. Если нам не хватит, то заедем в магазин. Прощай, мой дом. Прощаем мой дом. Мы не навсегда. Ну да, все-таки какое-то время, через какое-то время мы вернемся, но мою собаку надо забрать. Я уж по ней соскучился. Я, короче, взял, короче, три моноблока. Направо. Ой, извиняюсь. Так, ну что, поехали. Прощай, Блоксбук, мы еще увидимся. Прощай, Блоксбук.